Все, кто сегодня пришел в дом молитвы, кто увидел Божью милость, мы сегодня пришли, чтобы в это утро, в день воскресный, прославить нашего Господа, воздать Ему славу. Мы в доме молитвы. Поэтому я призываю всех, кто сегодня имеет уста, чтобы прославить Господа, давайте вместе скажем «Слава нашему Богу!» За то, что Божье милосердие, Божья любовь, и за то, что мы знаем это имя, пред которым преклоняемся, и сегодня пришли, чтобы Его прославить, нашего Господа. Ничто иное, только прославить нашего Творца, нашего Спасителя, нашего Бога, который достоин принять славу, честь. Мы будем просить, чтобы Он благословил наше служение, благословил всех, кто пришел в дом молитвы, чтобы услышать сегодня Слово, принять свое сердце и вновь идти по этой жизненной дороге, радуясь то, что мы имеем. Имеем надежду, имеем упование, имеем мирное тихое небо. И пусть сегодня Господь Бог благословит каждого из нас. И Псалом 53 говорит такие слова. Давид, обращаясь к Господу, он говорит здесь, что 6 стих и 8 стих. «Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою». И 8 стих. «Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Я усердно принесу Тебе жертву». И прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Имя нашего Господа. Я думаю, если мы сегодня подумаем, воистину, оно благо, оно приятно, это имя, потому что мы через это имя уверовали, мы сегодня спасены, и сегодня мы можем радоваться на этом месте. Еще одно место Слова Божия, Исаия, 66 глава, такие слова с 1 стиха и 2 стих. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? Где же место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим. А вот на кого я презру». Я думаю, каждый из нас желает, чтобы сегодня и в это утро Бог посмотрел на меня через свое слово, через пение, проговорил. И вы знаете, и здесь говорится, кто трепещет пред Словом Моим. Сегодня мы будем слышать Слово Божье, которое для нас оставлено. Поэтому пусть Бог поможет нам воистину с трепетом принять, услышать Его на этом месте. Пусть Бог благословит. Давайте мы, вставши, попросим Божьего благословения на это служение. Боже наш, мы благодарим, мы славим Тебя, Господь Бог, за великую милость и любовь. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты обновил Твое милосердие и любовь Твоя над нами. Слава Тебе, Господь! Ты подарил, Господи, жизнь нам, Боже, и в это утро. Ты направил наши стопы в дом молитвы, Господи, чтобы сегодня, открывая наши уста, наше сердце прославить Тебя, Боже, за милость и любовь. Слава Тебе! Ты достоин славы! Ты достоин чести, Ты достоин величия, Боже! Да будет имя Твое прославлено в народе Твоем, в церкви Твоей, Боже! И на этом месте, Господи, благослови! Благослови слово, благослови пение, молитвы, благослови, Боже! Я прошу, благослови каждого пришедшего в дом молитвы! Ты видишь каждое сердце! Ты видишь переживания, болезни, нужды, Господи, Тебе все известно. Но помоги, Господи, среди всего этого
прославить Тебя, Боже, потому что Ты достоин славы, Господи! Ты достоин хвалы, Ты достоин чести, Боже! В это утро, аллилуйя! Аллилуйя! Святый Бог, достоин Ты, Боже! Пусть наши уста, они открываются для славы Твоего имени, Боже! Ибо сей день Ты сотворил, Боже, сей день! Ты повелел солнцу взойти над землею, слава Тебе! И мы в доме молитвы, благослови сегодня это служение. Мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой, руководи, наполняй, говори, Боже! А нам дай способности услышать это слово, принять и прославить Тебя за Твою милость и любовь. Пусть Тебе будет слава, величие и поклонение, наш добрый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Всегда грязь.
Oh!
Мир вам, братья, сестры, дорогая церковь, слава Богу, аллилуйя Ему. Я читаю Слово Божие, которое записано в 116-й Псалом и немножко 117-го. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам. И истина Господня вовек. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Слава Богу! Слава Богу, что сегодня мы имеем это прекрасное время, что здесь, в этом уголку планеты Земли, мы имеем мирное небо. Мы не бежим в какое-то бомбоубежище, не прячемся, отцы не хватают своих детей, своих жен, родителей. Но мы знаем, какое время мы живем, сколько сегодня слез на земле, в Израиле, в Армении, на Украине. А мы сегодня имеем благоприятное время. Мы сегодня могли спокойно поспать, пробудиться и приехать на место поклонения нашему Господу. Поэтому пусть не умолкает Ему хвала. Он достоин хвалы. Аллилуйя Ему! Аллилуйя Ему, дорогие друзья! Я как-то попал в одну церковь баптистскую и проповедовал. И говорил: слава Богу! Они повторяли: слава Богу! Но сказал «Аллилуйя», некоторые остановились. А потом после служения одни подходят и говорят: «Вы, наверное, с пятидесятников». А я говорю: «Кто вам сказал? Вроде я ничего такого не говорил». Они говорят: «Ну вы сказали «Аллилуйя». Я говорю: «Что у вас не говорят «Аллилуйя»? Ну у нас говорят «Слава Богу». Даже некоторые пятидесятники, они боятся этого слова. Но это слово на всех народах и на всех племенах говорит: славьте Бога, слава Богу. Говорю американцу, китайцу, японцу, другим румынам, украинцам: аллилуйя. И они все отвечают: аллилуйя. Это слово созвучно для всех. Оно очень дорого нашему сердцу. Должно быть, а тем более дорого нашему Богу. И Он живет среди тех, которые Его прославляют. Прославляют, братья и сестры, в той церкви, где я являюсь членом церкви, сегодня праздник жатвы. Там народ благодарит Господа за то, что не пухнут от голода, никто не умирает. Все Бог дает достатки, не раздеты, не разбуты. Бог все дает необходимое, потребное для жизни и для благочестия. Когда я уезжал в Америку из Закарпатья, я одной старушке говорю: «Сестра Мария, поехали в Америку, что вы тут мучитесь? Брата, я не знаю, что меня там чекает. Сестра Мария, доставляйте, вы уже в годах, зачем вам этот огород, корову? Я не знаю, у меня все так, это здесь». И она сказала такие слова: «Мне кожной тряпочки жалко». Вы знаете, мне просто страшно стало. И думаю, сестра, если бы приехала в Америку, ее бы тряпками засыпали здесь. Хотя и на Украине у нее столько тряпок было, столько гуманитарки этой посылали.
Ну, может, она пережила то время, когда люди рассказывают, один одевает штаны, сходил, приходит, раздевается, на печку залазит, другой одевает. Не было одежды, не было обуви, не было чем напитать плоть свою. Люди листья ели. Мама говорила, они рвали эту траву, лободу, щебрец, и питались, чтобы сохранить свою жизнь. А когда отменили карточки, люди могли уже свободно покупать хлеб. Мамин брат, он купил пару буханок хлеба. И вы знаете, от неосторожности он умер. Он съел эти две буханки хлеба. И в него произошел заворот кишок. И он ушел в вечность. Но он хотел напитать плоть свою, потому что она изголодалась. Мы часто этого не ценим. Братья и сестры, и я прочитал эти важные слова. Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена. Я детям своим говорю, у меня уже 31 внук. Слава Богу, я дедушка уже серьезный. Полкилограмма конфет не хватит, чтобы дать одному по конфетке килограмма. Может, некоторых и не хватит. Но я говорю, внуки, дети, благодарите Бога. Вы живете в особое время. Не знаю, что ждет вас завтра и третьего дня. Но сегодня время благоприятное. Сегодня день какой? День спасения. Salvation. Аллилуйя! Что всякий, кто призовет Его имя, может получить спасение. И я сегодня приехал сюда, чтобы звать вас, чтобы вы говорили людям о Христе. Вы знаете, я не узнаю Портленд. Моя жена 13 лет не была, вот прилетала месяц назад, была в Сиэтле, там родственники на бракосочетании, некоторых 30 лет, 40 лет не видела. Но здесь она увидела страшное. Она увидела, сколько людей бездомных. Вы знаете, я 2 года не был, но смотрю, кажется мне, еще больше их. Подходишь к магазину, они там валяются. Кто-то прямо возле магазина принимает наркотики. И переступить надо, чтобы зайти в этот магазин. Но за эти души страдал Иисус Христос. Он не пришел для того, чтобы спасти тех, которые не имели в этом нужду. Нет. Неправедный имеет нужду, а Спаситель, Он говорит, я грешников пришел спасать. Не больные имеют нужду, а врачи. Больные, здоровые они не нуждаются. В июле месяце позвонил ко мне брат Игорь. И спрашивает, как мои дела? Но в тот момент у меня были очень плохие дела. И он по голосу говорит, что такое с тобой? Я говорю, Игорь, очень плохо. Нуждаюсь в молитвах. Врачи меня с одних таблеток перевели на морфий. А вы знаете, он потихоньку укорачивает жизнь. Ну и пару недель я их попил, потому что не проходили боли. Но потом заказываю срочный appointment и отказываю. Говорю, доктор, снимите другие таблетки, восстановите. Она говорит, почему, как? У тебя ж такие боли. То я говорю, они у меня побочное явление вызвали. У меня такой зуд, так чешется тело, не могу. Ну и надо что-то написать. Она написала аллергия и убрала их. Я молился, говорю, Господи, яви Твою милость. А тут прилетает одна сестра с Израиля.
85 лет. Она жила больше 20 лет в Бруклине, в Нью-Йорке. Она приглашала меня для проповеди Евангелия. И тут говорит, я прилетаю, Андрей, приезжай, чтобы проповедовать о Христе. В Бруклине 1 миллион русскоговорящих. Куда ни пойдешь, то по-русски, то по-украински, то по-узбекски, по-киргизски. Ну, не заблудишься. Но там столько людей, которые не знают Господа, погибают. По-русски матюкаются, дерутся, ну, точно как в России или на Украине. И вы знаете, я молился, Господи, устрой. Жену свою, говорю, Таня, ты благослови, если ты не благословишь, не будет успеха. Чтобы ты молилась за меня. И вы знаете, Бог дал эту прекрасную возможность приехать туда и говорить о Христе. Там один брат молдаван уверовал, он музыкант профессиональный, аппаратура, он не в церкви, музыкантом работает, поет им, играет. Мы выставляем аппаратуру на берегу, а там тысячи людей прохаживаются. Помолились и начинаем служение. Он играет, поет, ну, Андрей, микрофон, и говорит о Христе. Проповедует, и сестры, братья помогают евангелизировать. Даже некоторые старушки с вокером прыгают от одного к другому, дают трактат. Приглашают и говорят, приходите в церковь, Бог любит вас. Кто-то нас поносит, злословит, но Богу угодно, чтобы мы проповедовали Евангелие. И там один брат проповедовал и помогал тоже. И мне сестры говорят, Андрей, видел ты его бы лет 10 назад. Он так же валялся, оплеванный. В каком он был состоянии? Но Иисус нашел, Иисус поднял, Иисус омыл, Иисус очистил кровью Своей. И Он сегодня говорит о Христе. Поэтому, братья и сестры, будите, зовите, ищите. У меня вот такие есть сайны. А вы знаете, скоро конец октября. Ну, американцы, они не стесняются ставить возле своих домов. Ставить возле своих домов там всякие чучелы, другие. А я говорю, братья, сестры, поставьте эти сайны, которые говорят о нашем Господе, о нашем Спасителе Иисусе Христе. Есть стикеры, наклейки, брошюры, трактаты на разных языках. Стучите. Не вечно будет раздаваться тот зов Спасителя, приди. Не вечно будет Он стучаться и приглашать к своей груди. Но Он спросит тебя и меня, что мы сделали для того, чтобы люди услышали о Христе? Что я сделал, что ты сделал? Когда-то родители наши пели такой гимн. Не хотел бы я бесплодный к трону Господа прийти, хотя бы одну душу, но к Иисусу привести. Поэтому, братья и сестры, не упускайте возможности. Некоторые есть из Мариуполя, знают, был такой брат у нас, Саша Сдобников. Это особый был брат, он был учитель по образованию. И этот брат Саша, это Саша и папа. И он свидетельствовал всем о Христе. Пьяный валяется, он и к пьяному лежит. А он берет ручку, записал, оставил свой адрес, а там, слава Богу, любит тебя. Приходи по такому адресу. И вы знаете, валялся такой один человек. А когда протрезвел, проверял карманы,
нашел эту записку и нашел адрес. Пришел в дом этого брата, а брат его накормил, напоил, засвидетельствовал о Господе. Этот человек покаялся. Слава Богу! Он отдал свое сердце Господу. Я знал этого человека. Это был Кононенко Николай. Дорогие друзья, Бог любит. Я когда жил в России, еду к жене в роддом. Смотрю, женщина идет с ребенком. А я говорю, Бог любит вас. Он желает благословить вас. И оставил наш адрес. И она потом пришла в дом наш. Попили чайку. Поговорили, познакомились. Она покаялась. Она уже 30 лет служит Богу, слава Богу. Покаялся ее сын. Покаялась ее сестра. Поэтому не упускайте этой возможности, доколе есть время. Не стыдитесь благовествования Христова. Это есть сила Божья. Перед тем, как ехать сюда, на это побережье, в понедельник жена еще там немножко отдыхала. Я быстро сумки наложил и на базар, на флимаркет, понедельник. А там и в четверг, и в понедельник базар. Я прихожу, praise the Lord, praise God, на испанском, на английском. Раздаю, многие уже знают. И перед этим одна женщина подбегает ко мне и говорит, помолись, помолись, моя дочь заболела раком. И тяжелая форма, я ей буду делать операцию. Помолись. Дорогие друзья, Слово Божье говорит, на стенах твоих, Иерусалим, на твоих стенах я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие Господе, не умолкайте. Мариупольцы знают, у нас был Иван Николаевич, дедушка с бородой. Он был пьяница, уходил на пенсию, ему подарили самогонный аппарат с химической лабораторией. Говорит, самогонку делал чистой, как слеза. Под кроватью несколько бутылей. Вдруг аппарат сломается, а пить-то надо. И он порой лежал в скверике, и собачки подбегали и писали на этого дедушку. Запах от него был ужасный. А жил он на третьем этаже. Зайдет порой в ванну, в одежде, а жена его, Надя, плачет. Но в том доме жила одна старушка, Никаноровна, я ее знал. Она не была особенно грамотной бабушкой, но она приходила и говорила, «Ваня, Иисус любит тебя! Ваня, ты погибаешь! Ваня, ты попадешь в ад!» И он порой задает ей вопрос, она не может ответить. Он прогонял ее. Проходит время, она опять идет в этот дом. «Надя, вам надо покаяться. Ваня погибает». И этот Ваня говорит, порой выйду на третий этаж, на балкон. А дьявол говорит, ну, бросься вниз. Вниз головкой, и на этом конец. Предлагал покончить жизнь самоубийством. Но на праздник Пасхи эта старушка уговорила этих людей, мужа и жену, пойти на служение. И они пошли. У нас было 4 молитвенных дома тогда баптистских возле моря. Пришли туда, началось служение. И в этом доме Дух Святой коснулся этого человека. Он падает на колени, рыдает. И кричит, «Господи, я великий грешник, прости меня!» А жена перепугалась, думала, с дедом сердечный приступ. Плохо. Она никогда не видела этого и
просит людей, помогите, с дедом плохо. Они говорят, с ним неплохо, с ним хорошо. Дорогие друзья, и этот Иван Николаевич, он был Божьей трубой. Сотни, тысячи людей услышали через его уста, кем является Иисус. Вначале даже он отрицал крещение Духом Святым. Для него было закрыто. А потом поехал в Ровенскую область, в Цепцевичи, на праздник Троицы. Было особенное служение. И он встает и говорит, я хочу, чтобы Бог крестил меня Духом Святым. А братья его спрашивают, Иван Николаевич, как? Со знамением иных языков? Или без знамения? Со знамением. И Бог крестил его Святым Духом. И он был исполнен Святого Духа. Слава Богу! Слава Богу! Можно много приводить примеров. Можно много говорить. И не хватит этого дня. Может, мы последний раз видим друг друга. Но я хочу, чтобы мы встретились там, у ног Иисуса. И вы принесли эти снопики, эти души, и Господь воздал вам милостью Своей. Да благословит Господь каждого из вас. Молодежь, дети, Jesus my salvation, Jesus my heart, Jesus my life. Пожалуйста, говорите везде, в школах, в колледжах, в университетах, на работе, с соседям. Говорите Боге, последнее время, последний призыв над землею звучит. О грешник, оставь свое бремя, оставь. Пусть Бог благословит. Давайте с этим преклоним колени, помолимся Господу. Аминь. Слава Тебе, наш Господь. Аллилуйя. Слава Тебе, благодарность Тебе, благодарность Тебе, Господи, за Твою великую любовь, за Твою великую милость, Господи. Мы благодарим Тебя, аллилуйя Тебе, аллилуйя Тебе, Ава Отче, достоин Ты, Господи, достоин принять славу и честь за Твою великую любовь. За Твою великую милость, Господи, Арбидештейсен, хвала Тебе, хвала Тебе, Осана, Осана, аллилуйя Тебе за наше спасение, Отец Небесный, благодарность Тебе за Сына Твоего, а за нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Тебе! Слава Тебе! Ава Отче! Ава Отче! Благословен Ты! Благословен Ты, Господь! Благословенно имя Твое, Царь Израиля, Арбидештейсен! Благослови этот народ, эту поместную церковь, моих братьев и сестер, наполняй Дух Святой Твоими словами неизреченными, Господи, Твоим вдохновением, чтобы говорить о Тебе, о Твоей любви, о Твоем спасении. Ава Отче, Ава Отче, Ава Отче, да будет в этом имя Твое благословенно и прославлено. Пробуди Портланд, пробуди Орегон, Господи, коснись этих бездомных, коснись тех, кто в грехах и в пороках находится, Господи, Арбидештейсен, Ава Отче, потому что Ты для того и пришел, чтобы взыскать, спасти тех, кто сегодня погибает, Господи, Арбидештейсен, Арбидештейсен, мы просим Тебя,
во имя Иисуса, во имя пролитой крови, Господь, пробуди эту страну, пробуди Америку, Господи, даруй, чтобы многие услышали Тебе, пришли к Тебе и прославили имя Твое, а во отче вышли этих, Господи, служителей, этих вестников, облеченных силой Твоей, чтобы говорить о Твоей любви, о Твоем спасении, а во отче, Отец наш, Небесный Отец, мы сердечно благодарим Тебя через Иисуса Христа за любовь, за милость, за наше спасение, за то, что Ты спас нас тогда, когда мы были грешниками, а Ты пришел, умер и воскрес для нашего оправдания. Аллилуйя Тебе! Хвала Тебе! Благослови эту поместную церковь! Благослови служителей этой церкви, Господь, каждого члена в отдельности. Мы просим Тебя, наполняй Твоей благодатью, Духом Святым, чтобы жить для Тебя, чтобы говорить о Тебе. Господи, мы просим это во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя за те страны, где сегодня льются слезы, где сегодня несется стон и плач. Ты видишь, Господи, Армению и эту страну, Господи, тысячи, десятки тысяч этих беженцев, Господи, тех, кто потерял родных, близких, мы несем их к Тебе на руках молитвы. Яви милость Твою, дай мир между Арменией и Азербайджаном, Господи, останови эту войну. Мы несем к Тебе Иерусалим, Господи, Израиль, Боже, Твое слово говорит, просите мира Иерусалиму, Боже, Ты видишь, Господи, израильтян, Ты видишь палестинцев, арабов, Господь, мы просим Тебя, дай покаяние и Хизбулле, Господи, и этим всяким группировкам, Хамасу, Господь, мы просим Тебя, дай этим людям покаяние, раскаяние, чтобы они познали Тебя, Твою любовь и Твое спасение. Откройся, Ты знаешь, как это сделать, Господи. Мы несем к Тебе Украину. Ты знаешь, многие из нас там жили, там остались родные наши, близкие, Господи. И мы просим Тебя, останови эту войну. Дай мир между Украиной, Россией и Белоруссией, Господи. Мы просим Тебя, останови это кровопролитие, чтобы не было зла в сердцах людей, но был мир Твой, который превыше всего. Мы просим Тебя, наш Господь, а народу Украины, помоги не искать славу для Украины, но искать славу для Тебя, Господи. Да будет милость Твоя и наших братьев, сестер, которые сегодня по всему лицу земли страдают за проповедь Евангелия. Не пройди, укрепи, дай им силы быть верными Тебе до конца. Позаботься о них, позаботься о нуждах их. И мы благодарны Тебе, что мы имеем такое благоприятное время, день спасения. Слава Тебе! Будь с нами надальше. Мы просим Тебя. И в этот час мы, как дети Твои, обращаемся к Тебе. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Своє
щодня любов являє в повноті. Бог є любов, досконалості вершина. Бог є любов, повнота і глибина. Любовь будет жить в твоем сердце.
будет места, для них будет места. Давайте все вместе встанем для общего пения. Сестры, а у нас время, когда мы можем поблагодарить Господа за то, что Бог сделал для нас в нашей жизни. А братья, кто хочет послужить микрофоном, пожалуйста, послужите микрофоном. Я прочитаю один стишок, братья и сестры, это первое послание Иоанна, 4 глава, 12 стих. «Бога никто никогда не видел, если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Все будете читать эту главу, 4 и 5 в этом послании, там несколько раз написано, что мы должны любить друг друга. Пусть Бог поможет нам размышлять об этом. Пожалуйста, если у кого-то есть благодарность, скажите. У кого нет благодарности? Есть, пожалуйста. Дайте микрофон сестре Ирине. Братья и сестры, у меня большая благодарность Господу, что Господь сохранил нас сегодня от аварии. Мы ехали на служение, попали в зону слепого пятна, и буквально машина прямо перестраивается на нас. Я вовремя закричала его в сторону, и по сигнали машина возвратилась обратно. Поэтому слава Господу, что Господь сохранил нас от такого эксцидента. И также, братья и сестры, вы знаете, я, может, часто говорю, но вы знаете, моя душа сильно болит за наших больных братьев и сестер, и сильно переживаю. Вы знаете, Ирочки Кузнецовой, у нас тут уже второе воскресенье нет, у нее сильно пухли ноги.
У нее очень плохие анализы, братья и сестры. Давайте особенно помолимся за нее, поддержим, чтобы Господь укрепил ее, дал ей силы перенести эти все испытания, также за Лилию Сидорову. Также благословите ее, также, чтобы Господь поддержал ее, и за мою Наташку, также сестричку. Помолимся, помолимся. Я не успел написать на Вайбер. Друзья, дорогие, помолитесь, пожалуйста, за мою маму. Она попала в госпиталь, у нее сейчас температура, что Бог помог ей и благословил. Спасибо. Помолимся, помолимся за маму брата Сергея. Благодарность Господу, дорогие друзья. Четверг, пятница и суббота мы братьями провели очень прекрасное время. Вы знаете, когда начали люди съезжаться, и такое ощущение, мало людей, братья говорят, мало людей. Но вот на вечер было уже 60, больше 6 человек. Пятница еще больше было. И такое приятное было рассуждение, общение братьев. Знаете, это благодать от Господа пришла. Но будем молиться за нашу молодежь, за наши молодые семьи, за подростков, потому что в этом есть большая нужда. Слава Богу, слава Богу. Помолимся за всех. Тоже хотел поблагодарить Господа за этот выезд. Только думал, брат сказал, слава Господу, я поддерживаю эту благодарность. Слава Богу. За это благословенное время. И также есть нужда помолиться за жену, чтобы Бог дал ей выздоровление. Помолимся. Сейчас вам микрофон дадут. Моя дочь Яна, она заключила завет с Господом через водное крещение. Слава Господу. И я вижу, что Бог начал работать в моем доме. И думаю, слава что Он Богу. Будет дальше продолжать. Слава Господу. Благодарю всех за молитву и за все, слава Богу. За все Его милости. Слава Богу. Слава Богу. А у меня тоже маленькая благодарность. Когда ехал на братский выезд, трафик сильно остановился, и машину сзади меня очень сильно ударили, так что чуть-чуть бы и я. Так что слава Богу. Слава Богу, Бог хранил. Слава Господу. Братья, вы слышали два свидетельства, которые должны вас кое-что возбудить. Ревность о том, чтобы тоже поехать на такой выезд. Брат Степан, пожалуйста. Братья и сестры, я умоляю вас, помолитесь. У меня есть нужда. Помолимся, помолимся, брат Степан, за вашу нужду. Все сказали, да? Я прочитаю, у нас есть на Вайбере нужды Стролюда. Благодарю друзей за молитвы. Сегодня могу быть в доме молитвы, слава Богу. Макс Калачик, братья и сестры, помолитесь, чтобы Бог помог дочке и сыну приболели. Сердечно благодарю, слава Богу. Особая благодарность Господу, Он помогает, это Света Болтенкова, поддерживает, понимает и прощает. Братья и сестры, я хочу обратить наше внимание здесь на одно слово. Бог понимает. Можете сказать аминь? Господь нас понимает, слава Господу. Слава Богу за Его великую, совершенную любовь и милость. Написала Оксана Багнюк, я думал, кто же это такая? Потом мне потихонечку пришло, кто-то у нас Оксана Багнюк. Praise God for protecting us while we were traveling and for blessing us on our trip. Свадебное путешествие было в наших молодоженов, они благодарят Богу. Ольга Казак, дякую Господу, що Мішка вже в зібранні, ви молились за нього, дякую за молитву. Слава Господу. Я хочу прочитать, братья и сестры, на WhatsApp такая есть платформа. Я просил за брата Юрия жену, который был здесь у нас, он живет в Франции. Приветствую всех, слава нашему Богу за его милость, заботу, любовь к нам. Каждый новый день – это подарок для меня. К сожалению, Марта еще в реанимации, и не скоро, по словам врача, оттуда переведут в другое отделение. Но я вижу исцеляющую руку Господа. Вчера врачи специально отключили инфузию успокоительных, чтобы мы могли пообщаться. Я ей передал ваши приветы, что вы и церковь молится за исцеление. Прошу продержать дальше молитвы, пусть Бог всех вас благословит и поставит свою охрану. Это от брата Юрия. Слава Господу и благодарность всем, кто молился
Продолжайте, пожалуйста, молиться за его жену, ее зовут Марта. Я также буду молиться за всех людей, которые здесь записаны. Они нуждаются в спасении. Также у нас есть список за людей, которые нуждаются в исцелении. Давайте встанем для молитвы. Господь наш, мы благодарны Тебе, Боже Святый, благодарны Тебе, Богу нашему, за отвеченные молитвы, за то, что Дух Святой, Он действует. Благодарим Тебя, Господь наш, за охрану жизни в опасных ситуациях, за поддержку духовную, Боже мой, за то, что Твои ангелы, Господи, они ополчаются вокруг боящихся Тебя. И ограда Твоя, Господи, слава Тебе, слава Тебе. Благодарим, что Ты, Боже мой, множеству людей помог. До этого часа мы храним Тобою, Господи, я прошу Тебя, помоги нам воздать Тебе славу, которой Ты достоин, и Дух Святой, которого Ты нам дал, которого Ты нам послал. Пусть Он прославит имя Иисуса Христа через нас, через наши уста. Господи, ибо Ты один достоин, чтобы Тебе воздавали славу за то, что Ты спас нас, оправдал нас, дал нам дар Святого Духа и открыл Твое Слово. И сегодня мы радуемся тому, что имена наши в книге жизни. Аллилуйя, Богу наш! И земную жизнь нашу Ты благословляешь. Господи, Ты слышал все, Господь, нужды, которые сказали братья и сестры, и которые написали, Господи, на электронном, Господь, формате. Боже святый, кто-то не сказал свою нужду, но в сердце у него, Боже мой, есть огромная печаль и тоска о том, что близкие родные не служат Тебе, что есть нужды, которые давно уже молятся о том, чтобы Ты ответил. Просим, Господь, за всех людей, записанных здесь. Они нуждаются в покаянии. Господи, Ты продолжаешь спасать и сегодня. Мы слышали об этом свидетельство. Слава Тебе, Богу наш! Благослови, Боже мой, тех, кто болеет, Господи. Боже, пусть явится сила Божья в исцелении больных. Господи, Боже святый, я, Господи, всегда напоминаю о том, что когда Ты ходил по этой земле, люди искали прикасаться к Тебе, потому что от Тебя исходила сила. Господи, мы пели этот псалом, что нам нужна вера. Хармен геспашту вайде клауде кройзе штауз. Я прошу Тебя, Господи, в этот час, когда церковь Твоя молится, на этом месте есть люди, которые нуждаются в исцелении. Наши братья и сестры, которые смотрят нас онлайн, я прошу Тебя, Господи, для них и для нас нужна вера, которая, Боже, приведет нас к исцелению во имя Иисуса Христа. Возбуди, Господи, Боже мой, от слышания Слова Твоего рождается вера. Аллилуйя, Богу наш! Я прошу Тебя, Господи, в это время, в котором мы живем, Господи, так нужна нам эта живая божественная вера, которая приведет нас к духовным победам и к исцелению нашей плоти. Во имя Иисуса Христа, пусть с нами до конца этого собрания Тебе за все слава, наш добрый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Во время пения у нас будет добровольное пожертвование. Благодати дай.
братья и сестры, вот написано, вот рука Господня не сократилась, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело, чтобы слышать. Господь сегодня спасает нас, мы слышим сегодня свидетельство, ухо его сегодня не закрыто для того, чтобы слышать наши нужды. Пусть и наша рука не опускается для того, чтобы делать это добро, которое мы делаем, жертвуем в церковь для нашего блага, для устройства молитвенного дома. Поблагодарим Господа и прославим Его за эту милость, которая нам является еще в нашей жизни. Господь, мы благодарим за эти финансы, за это здоровье, за эти силы, Господь, за то, что ухо Твое не тяготело слышать нас, Господь, и отвечать. И мы благодарим Тебя за то, что приходит это в жизнь нашу, в церковь нашу, в семьи наши, в дома наши, Господь. Это Твое Божье благословение, это Твой дар Божий, Господь. Мы прославляем Тебя, воздаем Тебе славу и хвалу. Да будет имя Твое превознесено, Господь, и пусть в домах наших, Господи, не скудевает этот хлеб на столах, Господь наших, и Твое благословение продолжается, Господи, и продлевается в жизни Твоего народа. Честь Тебе, слава Тебе и похвала. Аминь.
Нашему дорогому Господу Иисусу Христу. Я хочу прочитать три места из Священного Писания. Первое – это Филиппийцам, 3 глава, с 7 по 11 стихи. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался». И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с тою, которую через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Второе место – это Римлянам. Там тоже надо было читать большой отрывок, но мы выберем только несколько мест. Если нужно, можно дома потом прочитать это, пересмотреть все. Римлянам, 10 глава, с 3 и 4 стих. «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». И еще одно место, Исаия, 64 глава, 6 стих. «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Я хотел бы больше всего остановиться на 9 стихе 3 главы к Филиппийцам, может быть, даже на первой его части, «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Найтись в нем не со своей праведностью. Вы знаете, дорогие друзья, вы, ну, большинство, наверное, из нас сюда приехали на машине, и даже сестра говорила, что Бог их сохранил в дороге, слава Богу за это. И как иллюстрацию вот того, что здесь написано, конечно, всякая иллюстрация, трудно очень выбрать хорошую иллюстрацию, все как-то хромает, есть какие-то несовпадения, но для того, чтобы нам легче было это понимать и представить себе, мы сюда ехали на машине, и вы давно уже слышали эту фразу «License and registration, please». Я уже очень давно, слава Богу, не хочу слышать. Кто не знает, полицай, когда останавливает, если вас еще не останавливает, он говорит, там, открываешь окошко, он говорит тебе «License and registration, please». Смотрите, что происходит. Мы едем в машине, мы находимся в машине. И у меня есть в бумажнике, я надеюсь, что у вас у всех есть, кто забыл, вы сразу вас затревожит. У меня нет лайсенса, я буду ехать домой, остановит, спросит, где твой лайсенс, лайсенса нету, придется платить штраф, если не помилуют. Вы находитесь в машине, у вас есть лайсенс. Две вещи. Мы когда-то не так давно ездили в Гейзер Парк, и там, конечно, красивейшие views, природа, magnificent, все. И впереди нас ехала машина, и там молодые ребята повылазили в люк на машине, и там фотографируют себе, разглядывают все. Едет полицейский, и только раз им get down, вниз. Они так приостановились, залезли в машину, он больше ничего не делал. То есть они должны были находиться в машине, и у них должен быть лайсенс. Эти две вещи в этом месте, ну, это как иллюстрация этого места, чтобы нам легче было это понимать, что ты должен быть, находиться в чем-то,
в Иисусе Христе здесь. И если бы я вас спросил, дорогие друзья, в этом 9 стихе, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Здесь очень много всего в этом стихе, конечно. Бог, праведность. Но если бы я вас попросил сделать такое упражнение, выберите здесь самую главную фразу, самый главный концепт, который все... Ну, постарайтесь расставить это все. Ну, и у нас были бы, наверное, разные мнения. Но вы знаете, что происходит? Вот эта фраза «в нем» для меня, «в нем» – это самое главное, что здесь есть. Да, здесь есть Бог сам, Бог Отец, может быть, Бог, который на небе. Да, здесь есть вера, здесь есть и спасение, indirectly, может быть, ну, не напрямую, но есть здесь спасение. Все это присутствует в этом стихе. И, может быть, понимаете, что происходит? Вот когда даже мы говорим о с праведностью от Бога, то это выглядит для нас примерно, и часто вы, друзья мои, работайте над своим сознанием, над своей верой, над своим vision in God. Просите, чтобы Бог открывал, я прошу этого у Бога, что Он мне открывал прежде всего себя. И когда мы смотрим, может быть, на такие места в Священном Писании, мы часто упускаем вот эту главную фразу «в Иисусе», «в Нем», через Него. А этих фраз так много в Священном Писании. Я вам даже предлагаю, мои дорогие друзья, возьмите, начните выписывать. Начните подчеркивать их часто трудно, потому что это всего коротенькое где-то вот в нем. А потом за что-то, за благодать, точно как в этом стихе. О чем-то другом еще говорится, дополнительном, понимаете? Но ключ здесь все-таки именно в этом, в нем. И смотрите, что происходит с праведностью от Бога. Мы можем начать рассуждать над этой фразой, и у нас сразу выстроится такая логическое, ну, view в нашей разуме. Бог на небе, вот мне нужна что-то, мы, может, даже не до конца понимаем, что такое праведность. Приду к Богу, помолюсь Ему, и Он даст мне праведность. Некоторые утверждают, даст раз и навсегда, и больше ничего с этой праведностью не изменится, как с этим лайсенсом в карман положил. Ну, лайсенс и то потерять можно, дорогие друзья. Праведность, рассуждайте, можно ли потерять праведность или нет. И вот это у нас такой концепт складывается: Бог на небе, я здесь, какая-то праведность, что-то взял, что-то все. Но понимаете, в нем это меняет все. Это меняет все. Это не просто Бог на небе. Это я в нем. Смотрите, вот этот листочек, на котором написано это место Священного Писания, он находится в этой Библии сейчас. Посмотрите, какая protection для этого слабенького листочка. Он находится в этой Библии сейчас. Но он может быть вот так вылезть, согнуться. Знаете, с ним что-то может случиться. Он может выпасть. Между прочим, те, которые верят в то, что однажды ты что-то сделал по Писанию, это все навсегда закреплено. Священное Писание очень ярко и четко нам открывает, что присутствие в Христе – это не гарантированный процесс. Это не гарантированное место, что ты однажды вошедший туда, будешь там всегда. Четко, ясно Писание говорит, что мы должны пребывать во Христе, мы должны вбежать, войти в Иисуса Христа, остаться там навсегда. А мы можем выпасть, выйти, уйти от Иисуса Христа. Десятки мест. Если вы еще хотите спорить с Богом, спорьте, продолжайте, придет праведный суд, все будет расставлено, наша теология, наши взгляды будут расставлены по своим местам. Почему мы так учили, о чем мы говорили, Писание ясно говорит о том, что если не пребываем в Иисусе Христе, то мы потом отсекают нас, ложат где-то на земле, мы там... Не я не хочу таким быть. Я верю и знаю, что в Иисусе Христе нужно пребывать, можно отпасть, можно выйти из этого святого присутствия и потерять все. Потому что в Священном Писании вот эта фраза «в Иисусе Христе» повторяется в разных формах десятки, если не сотни раз, в Новом Завете особенно. Она повторяется, мы ее не замечаем часто, но это в
Иисусе Христе. Вот как в той, ну, в книге этой, в машине. Вы там заключены, вы не вылезли с окна, вы не выпадаете, если одним пальчиком там держитесь в этой машине, знаете, ну, вы видели, наверное, вылезет вот так аж весь, и там где-то ногой или чем он там керуя цю машину. И он тоже думает, что он едет в машине, что он находится в машине. И следующее, на что я, нам даст это очень много пищи для размышления, на что я хотел бы переключиться, это на том, что в Иисусе Христе нам нужно найтись не со своей праведностью. И здесь он говорит «праведностью от закона». Но вы знаете, тоже ключевое слово здесь, именно в этой фразе – «своя праведность». Вы можете себе представить, если, ну, я не знаю, как с Лайсенсом бы случилось, но если бы нам разрешили, людям здесь, ну, допустим, в этом штате, разрешили иметь любую форму license plate, номерного знака машины. Мы вчера ехали, и машина, в госпиталь ехали к маме, и машина проехала. Вы знаете, ну, это я редко такое увидишь, там какие-то гирлянды такие. Знаете, как в армии у нас аксельбанты были, ну, кто не знает, я не могу... заплетенная какая-то, такие материал там, ну, вот машина такая разукрашенная, такое редко встретишь, это арт такой, люди выражают себя в этом. Ну, вот если бы нам разрешили менять лайсенс, чтобы, ну, требование было простое, любая форма лайсенса, твоя форма, какую хочешь, чтобы там было написано эти номера или что-то такое. Вы можете себе представить, какой бы здесь арт, какие даже, наверное, соревнования разгорелись бы, у кого лучший номер вот этот. И как бы люди начали бы это все делать. И, вот, и ключевое слово здесь действительно «своя». «Своя». И как в 10 главе Римлянам там, «Ибо не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность». Вы видите, как здесь написано? Усиливаясь даже, прилагая огромное старание, огромные усилия, и, ну, свою праведность. Смотрите, что получается. Я не разбирался, я не хотел даже перед проповедью в этом разбираться. Лайсенс, который у меня в бумажнике, кому он принадлежит? Чей он? Я никогда не разбирался во всех деталях, но вы видите, что это очень интересная штука здесь. Он мой. Если вы меня спросите, у тебя есть твой лайсенс? Мой, да? Да, у меня есть мой лайсенс. Вот он, я достаю, я не буду его доставать, чтобы никто прочитал, что там написано. Но у меня есть мой лайсенс, это мой лайсенс. Но вы знаете, что в любой момент у меня могут его revoke или suspend. Ну, кто еще не знает английского, учите, может, придется вам знать эти слова. То есть suspend – это временно приостановить его действие. Он у меня останется в кармане, но government, полиция, они что-то сделают в своей системе, и ваш лайсенс больше не действителен. То есть он и мой, но он и не мой. Он выдан мне правительством. Был какой-то due process, то есть я пошел, заплатил fee, написал application, передать, заплатил fee, сфотографировали меня, все что-то сделали, и я получил мой license. Дорогие друзья, то же самое здесь, примерно то же самое происходит с этой праведностью. У тебя может быть своя... И, дорогие друзья, вы понимаете, что у каждого из нас есть своя версия Библии, своя версия учения, пятидесятнического, баптистского, каким мы себя считаем, и своя версия праведности. И обычно это самая правильная, самая верная версия. Но какой ужас, дорогие друзья, если это праведность твоя, какая бы она ни была правильная, какая не была бы она, ну, красивая, аскетичная, может быть. Но это твоя версия праведности, понимаешь? А тебе нужна то, что ты получишь через веру в Иисусе Христе. Это была цель Павла. Я понимаю, это была цель его жизни во многом – найтись в Иисусе Христе, чтобы он найден был не просто в течении, которое он совершал, не просто в работе, которую он делал, не просто в благочестии, который он был, вероятнее всего, один из благочестивейших людей своего времени,
чисто даже по-человечески, он не хотел найтись с этим. Он хотел найтись в Иисусе Христе, с Его праведностью. И я заметил уже долгое время, над этим замечаю, как часто мы, когда начинаем читать Священное Писание, какую версию Священного Писания мы там строим. И она часто связана с этим, что я прочитал, с этой темой, которая обсуждается и повторяется в Священном Писании достаточно много, что все мы сделались, как нечистые, это Исаия 64:6, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер уносят нас. И мы начинаем очень легко прыгать по этим местам, и получается очень простая в итоге система. Все грешники здесь сидящие, правильно, да? Ваша праведность запачканная, как грязная одежда, и потом как бы получается, что праведность больше не нужна, потому что все грешники. Все, наша праведность, и об этом проповеди говорятся, но, дорогие друзья, это говорится в Священном Писании только с одной целью. Да, ты грешник. Да, твоя праведность никчемна. Она очень... Ну, представьте себе, вот останавливает полицейский вас, и вы остановились, и он опять licensing registration. А вы ему говорите: ты знаешь, мой лайсенс такой запачканный, такой грязный, я его выкинул. Он повторяет: licensing registration. Или мне стыдно его... Ну, знаете, начинается вот этот процесс нашего, очень такой sophisticated, ну, сложный такой процесс, когда мы так внимательно со Словом Божьим вот как-то делаем что-то, и вдруг какие-то огромнейшие концепты, огромнейшие пласты в Священном Писании полностью теряют свое значение, потому что мы выучили о том, что праведность как запачканная одежда перед Господом Иисусом Христом будут стоять только праведники, дорогие друзья. Читайте Священное Писание, принимайте его как дети, и вы легко увидите, там стоят только праведники. В ад идут люди по нескольким причинам. Они отвергли, самое главное, наверное, люди, которые отвергли Иисуса Христа, которым надоело быть в Иисусе Христе, которые решили, что пребывание в Господе – это просто чтение Священного Писания, может быть, occasional выезды на братские, приходить в церковь, и это все, что это пребывание во Христе уже обеспечено, я во Христе. Нет, Священное Писание четко нам открывает, что в ад идут люди, потому что они отвергли Иисуса Христа, они выпали и отсеклись, и сгорят в огне, или в ад идут, и потом, in turn, в ад идут люди неправедные, у которых нет праведности. Это повторяется в Священном Писании десятки раз, не буду даже сейчас зачитывать это, время еще немножко есть, слава Богу, но в ад идут люди, потому что они не делали правды, потому что у них есть грехи, они не очищены, и они присутствуют на них. Написано, дела их идут вслед за ними. Дорогие мои друзья, я хотел бы повторять и повторять эти две истины. Нам нужен Иисус Христос. Мы должны быть в Иисусе Христе. Апостол Павел хочет найти себя не в служении даже. Ну, то все, вы понимаете, это все немножко разные вещи. Служение, поклонение, может быть, другие какие-то аспекты нашего общения с Иисусом Христом. Но самое важное, он хочет найти себя в Иисусе Христе. И, конечно, опять, наша версия праведности часто такая приятная, такая простая. Вот смотрите, что происходит. Давайте мы возьмем еще одну иллюстрацию. Когда началась русско-украинская война, я не так много, но попало мне несколько клипов, где влогеры, блогеры с Ютуба, там с разных... Вы знаете, тогда закрыли сразу массу... Я не знаю даже, что сейчас в России еще можно там видеть, какие платформы. Ну, тогда закрыла масса, много платформ закрылось, и те, кто как-то еще что постит, или... А, они сказали, что закроют там Ютуб, то закроют. И я помню, вот одна женщина... Молодая девушка плачет, бедная. Это не было только денег. Ну, конечно, у нее уже масса денег, она popular, наверное, была. Пропадаю, то есть ей придется идти работать. Это первая проблема. Потом следующая проблема, она плачет. Это не было просто работа. Это была моя жизнь.
Я жила там в этом, ну вот это, в Ютубе или чем она это занималась. Теперь у меня этого не будут, текут слезы. Понимаете, что происходит, дорогие друзья? Мы многие, я знаю, что это у многих из нас проблема, кто не умеет читать или вас не можете вообще пользоваться интернетом, вы благословенные, блаженные люди, потому что сейчас это огромнейшая атака дьявола, которая убивает нашу, через которую дьявол убивает наших деток часто, horror movies, потом сны какие-то, потом какая-то проблемы, потом какая-то одержимость, геймы, которые взрывают крышку, потом кажется сначала все безобидно, все играют, все хорошо, но простое понимание, давайте мы поймем простую истину. Я западаю, как говорят русские часто, я западаю на интернете, он западает на интернете сейчас, он запал там. Или на одноклассниках, иногда все бывает очень прилично, одноклассники там или Facebook, Instagram, свои pictures выставляешь, но ты понимаешь, дорогой друг, это твоя жизнь там, ты там живешь. И мой вопрос к тебе, живет ли там Иисус Христос с тобою? Ходит ли туда Иисус Христос с тобою? Если ты вот запал, конечно, есть вот это образец Священного Писания, теологии, что, конечно, Иисус Христос любит, смотрите, Он ходит за овечкой, пошел. Но возьмите другую притчу, притчу о блудном сыне. Когда блудный сын ушел от своего отца, пошел ли Иисус Христос, отец, пошел ли он есть там и питаться со свиньями? Пошел ли он там пачкаться со свиньями, со своим сыном? Пошел ли он там и сел с корытом и говорил этому своему сыну, «Сыночек, ты все равно мой сыночек, я тебя очень люблю». Он говорил что-то такое, но не так, не в таком виде, понимаете? Он не был там смешан со свиньями, Дух Святой. Бог никогда не смешается с этим свинством, которое мы там смотрим, дорогие друзья. Никогда Бог не будет, Дух Святой там не присутствует. Поймите это, дорогие друзья, и пусть вы чем хотите себя оправдываете, пусть вы тычете перед Богом свою вот эту праведность, что, Боже, you don't care, что я здесь и посижу, ну чуть-чуть, понимаешь, чуть-чуть. А так вошел грех, и так часто, мы знаем сейчас массу случаев, когда масса одержимых молодых людей, может быть, они не кидаются на людей, но это ночные страхи, это всякое переживание, это всякое отступление, это в голове абсолютно, друзья, происходят серьезнейшие вещи. Уже есть люди, которые находятся в рехабах из-за этой зависимости. Начинается, может быть, с простых сетей, потом переходит в другое. Но сам simple fact остается фактом, что там нет Христа. В этом не может быть Христа, в этих сетях, там, где ты проводишь время. И сегодня же, мой дорогой друг, тебе предстоит борьба. Тебе предстоит, во-первых, понять это, что там нет Христа. Во многих вещах твоей жизни нет Христа. Ты выпал, ты ушел, ты не находишься в нем. Тебе нужно это понять прежде всего. И нужно понять всю пагубность этого состояния. Смотрите, я читаю место Священного Писания, которое мы частично, может быть, или похожие места разбирали. Это 1 Иоанна, 2 глава, 28 стих достаточно будет. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь вам дерзновение и не постыдиться перед ним в пришествии его». Пребывание в Иисусе Христе – это залог нашего спасения, это само наше спасение, потому что все атрибуты спасения, они в Иисусе Христе. Вся вера, которая есть, она от Иисуса Христа. И только через личное общение с вот этим нашим дорогим Иисусом Христом. Только через это, когда мы в Нем, тогда мы спасены, дорогие друзья. Тогда мы не постыдимся. Тогда и постыдиться, конечно, это такое слабенькое слово здесь. Но если вы начнете разбирать, что значит постыдиться, во все Писание нам показывает, что есть только два варианта, дорогие друзья, жизнь и смерть. Люди начинают развивать теорию о наградах, что будет просто радно. Один брат даже как-то говорил, вам там будет очень стыдно, вам там так стыдно. Вы можете себе представить, что это значит? Мы пришли на небо, и нам там стыдно. Это возможно вообще хоть в каком-то принципе, что нам там стыдно? А? Это невозможно, дорогие друзья. Простая логика, простой common, крестьянский такой common sense.
пришел, да, там что-то будет, будут какие-то, может быть, но то, что мне там уже будет стыдно, ведь стыд это приводит к покаянию. А там каяться сложно или невозможно? Невозможно, дорогие друзья. Там уже каяться будет невозможно. И если будет стыдно, это значит только одно. Ты остался без Христа. Помните, как Павел говорит галатам? Вы отпали от Христа. Верующим людям, которые, может быть, уверовали долго уже и ходили, но они переключились на закон. И вы понимаете, для дьявола какая разница, на что он вас западет? На чем вы западете? На законе? На одежде? На благодати, может быть, какой-то, на каких-то чудесах и уйдете в какую-то тоже ересь, какое-то что-то страшное. Ему абсолютно все равно. Есть одно только место, есть одно только состояние в Иисусе Христе. И там, когда мы находим в Иисусе Христе и праведность, и веру, и благодать, и спасение, которое в Нем, в Иисусе Христе. И давайте сейчас будем молиться, дорогие друзья. Будем серьезно молиться. Я говорю это, действительно, это говорю себе. Я часто ловлю себя на этой мысли, в ком я и в чем я. На каком YouTube я, чем я сейчас занимаюсь, и где мой дорогой Иисус Христос. И часто это очень неутешительно. Часто это приводит меня в ужас. Мне от этого очень трудно. Мне очень хотелось бы перейти вот этот лагерь людей, которые решили, что они однажды спасены, и уже у них нет проблем, которые утверждают со всей assertiveness, ну, такое усилием, что это не твои проблемы, уже однажды ты помолился, и все. Это большая проблема, мой дорогой друг. Это большая борьба в Иисусе Христе. Да, это не то, что в Иисуса Христа вступил, и все вдруг пришло, все вдруг открылось. Бывают такие моменты, бывает там, что пришел и вдруг перевернулся твой мир. Наркоман, лежал, встал. Но потом начинается этот путь в небо. Узкие врата прошли, идем по узкому пути. Я очень надеюсь, мы идем по узкому пути. Не расширили его, не сделали его хайвеем, фривеем, или все дороги ведут на небо. Мы идем туда, в небо. И важно остаться на этом пути, важно остаться там, где идет Иисус Христос. Вы знаете, этот путь страшно узкий. Чем больше смотрю Священное Писание, тем больше убеждаюсь. Простая истина. Путь страшно узкий. Одна, вот здесь Иисус Христос прошел его шаг, и мне нужно ступать туда же. Я не хочу сказать, что шаг влево, шаг вправо, расстрел, как в советской тюрьме было. Есть покаяние, но мы отходим. И когда мы отходим, это уже ненормально. И вы знаете, дорогие друзья, если землю вот немножко толкнуть, если там, это любые, машину немножко, и вот, чтобы она так и продолжала свое движение, там буквально для земли, я не знаю сколько, я давно уже это когда-то читал, смотрел, миллиметры какие-то, если ядерный взрыв столкнет землю с ее орбиты, она начнет уклоняться, потом раскрутится и улетит, и жизнь на земле прекратится и все такое. Но вы понимаете, что насколько важен вот этот самый маленький толчок? И зачастую это действительно очень безобидный, очень маленький толчок. А начни относиться к Писанию вот так, иначе, попроще. Так жить, бороться со грехом, побеждать его, распинать себя трудновато. Ну, согласитесь, правда, кто действительно пытался... Меня вот поражает еще одно такое, а еще чуть-чуть есть, я вам скажу, такое интереснейшее наблюдение. Есть масса заблуждений. Я точно знаю, что эти люди заблуждаются. Не буду перечислять никого. Возьмите одно из, ну, там... таких полухристианских заблуждений. Все знают, что это заблуждение. Но там люди почему-то живут порядочно. Даже исламистов, давайте уже возьмем, исламист какой-то, а у него там так строго все, он это, его даже на проповедях иногда могут привести в пример. И я всегда видел в христианской жизни, когда человек отступает от Бога, одно из интересных проявлений, которое через какое-то время, иногда это занимает долго, 5 лет, вдруг... из него, ну, из его жизни, из его поступков взрывается что-то, ужасная грязь выливается. Понимаете?
блуд какой-то там, воровство, обман, кража денег где-то, что-то, ну, в тюрьме его уже сейчас, whatever, что-то происходит. И меня даже когда-то еще говорили, мне говорили, что если, ну, человек теряет веру, теряет Иисуса Христа, через какое-то время приходит дьявол, берет ее в свои руки, и вдруг он начинает творить ужасные дела. Все становится как бы на свои места. Он уже показывается то, что он потерял Бога, потерял веру, вера ушла, и он уже теперь, ну, ведет себя и живет себя как неверующий человек. А зачастую это не происходит с такими людьми, которые в настоящем заблуждении. Долго. Всегда бывают какие-то исключения, но вы знаете, что происходит, дорогие друзья? Люди, которые в заблуждении, они получают благословение своего отца, дьявола. Он помогает им быть праведниками. Он помогает им поступать так, чтобы они... в это он вводит еще больше заблуждений. Даже, как я же говорю, на проповедях иногда ставят в пример исламистов каких-то, у которого пояс шихадиста здесь, знаете, что он сейчас повырывает все, и там взорвутся все. Но говорят, вот смотри, как он, женщины, как они относятся, как они то делают. Да, есть какая-то человеческая порядочность. Но получается то, что нам становится иногда в нашей христианской жизни очень трудно. Если ты согласился со грехом, принял какую-то теорию, какую-то, и грех для тебя перестал существовать, ты какое-то время можешь жить, и очень долгое время можешь жить очень благополучно, считать себя спасенным, считать, что у тебя нет никаких проблем. И это может продолжаться очень долго, но в какой-то момент это взорвется, друг мой. И потом еще одно. Если ты, когда ты увидишь себя в грехе и начнешь бороться с ним, ты увидишь, как это трудно. Иногда победы даются легко, а иногда победы одни только, вы знаете, пули, и падаешь, и изнемогаешь, и тяжело, но нужно подниматься и идти, потому что Христос зовет. Христос знает, как тебе трудно. Он понимает тебя, как сегодня говорили. Он понимает, что тебе, он говорит тебе, что если ты останешься лежать здесь, в этой грязи, то ты погибнешь. Я не пойду за тобою в ад. Христос уже не пойдет. Он пришел сюда, в этот ад на земле, который сделали люди. Умер здесь, чтобы забрать нас из того ада. Туда он уже не пойдет. Там уже final, конечная остановка. Туда уже он не пойдет. Дорогие мои друзья, давайте мы все-таки, несмотря на то, насколько это трудно, зададимся себе этими двумя вопросами. Где Иисус Христос? Где Иисус Христос сейчас по отношению к тебе? Не просто твоя теология, не просто твое знание Библии. Где Иисус Христос? Сидит ли Он возле тебя? Ну, я уже говорю чисто по-человечески, кивает головой и говорит, хорошо, сынок мой, хорошо, живи, я благословлю тебя, иди вперед. Или Он говорит, прямо кричит, может быть, остановись, пропасть, 2-3 шага и пойдешь туда, и больше не вернешься. Я дал ей время покаяться. Он дал мне жизнь, Он дал тебе жизнь. Он дал в этой жизни все, и Он дал время каяться. Время, когда это будет возможно. Потом это время закончится, и потом это будет невозможно. Иногда к большому ужасу, дорогие друзья, это начинается на земле. Когда люди умирают, идут в ад с открытыми глазами и говорят, я уже не могу, я не буду уже каяться, я иду в ад. Такое бывает тоже. Дорогие друзья, у них есть еще возможность, у них есть еще, Бог еще дает им эту возможность, но дело в том, что сердце они свое, когда жили, настолько ожесточили, они настроились столько в своем сознании, Бог все может забрать из нашего сознания, но вы понимаете, ты участник этого, помните, он говорит, участники спасения, это не то, что нас взяли за шкирку и несут, как некоторые в их картине, спасение это Христос взял и вот так вот тащит нас в небо, потому что он так решил, нет, Писание нам открывает, это есть due process, как с лайсенсом, понимаете, ты... Как мы получили раз, и упал нам с неба лайсенс? Нет, нужно было пойти, заполнить, как я уже говорил, заплатить. И потом он твой, все, простой достаточно процесс, но ты прошел через этот процесс, и ты участник этого процесса. Да благословит тебя Господь и меня. Давайте будем молиться, дорогие друзья, и проверять себя. Аминь. Аминь. Слава. Слава тебе, Господь. Хвала тебе, Богу нашему. Хвала тебе, Богу нашему, за то, что спасение даровано нам. Слава тебе, Господь наш, что спасение, Боже мой, принадлежит нам.
Слава Тебе, наш Господь, что Дух Твой Святой с нами. И в нас, Господи, производит работу Божию. Аллилуйя Тебе, Господи. Только Ты, Господь, наш один, который пришел на эту землю, и Твоя, Боже мой, была цель, Господи, и Твое благословение служение здесь, чтобы приобрести спасение для грешников, из которых я первый. Ты дал, Господь, милость, Боже мой, всему народу, Господи. Ты открыл, Господь, имя Твое, Боже мой. И сегодня, Господи, Боже мой, мы во имя Твое собрали здесь. Аллилуйя Тебе, Богу наш. И в имени Иисуса Христа, лишь только в Нем есть спасение, а нет другого имени под Ним, которым надлежало бы нам спасти. Нету другого пути, как только путь Иисус Христос. И нету, Господи, Боже другого места. Есть Царство Твое, которое Ты приготовил любящим Тебя, возлюбившим явление Твое. Аллилуйя Тебе, Бог наш. В шарвадах пайзнеш правды, пройдешь правды. Господи, я прошу Тебя, пусть Дух Божий, Он продолжает действовать. Пусть Слово Твое, которое имеет свойство обрезать, пусть оно работает. Шалварус, Чиндер, Грацуш, Карбин, Граду, Клавару, Курбин. Легазунташ, Кеведи, Гас, Паралды, Главады, Граду. Лагаринку, Правада, Жутку, Братья, Клавады, Штей. Господи, Боже мой, я у Тебя, Господи. Еще, Боже мой, Боже, положено время, Господи, когда Ты зовешь покаяние людей, когда Ты зовешь, Господи, к истине Твоей. Боже, слава Тебе, прошу Тебя, Господи, помоги хранить истину в сердце своем, помоги в разуме своем, Господи, Боже мой, иметь, Господь, Господа, чтобы, Боже мой, продолжить путь вере, в уповании на Тебя, Господь, и другим людям сказать о том, спасение есть в Иисусе Христе, на Сыне Божьем. Благослови Тебя, продолжить наше счастье. Церковь, Господи, благослови Твоего Слава Тебе, Аллилуйя. Мой дорогой Иисус, я благодарю Тебя и славлю Тебя за эту возможность говорить о Тебе, Господи. Господи, Ты сам знаешь, Ава Отче, я прихожу к Тебе и благодарю Тебя и славлю Тебя, Господи, за то, что Ты милующий Бог, за то, что Ты, Господи, Боже мой, призвал, славу Тебе и хвала Тебе. Ты сам знаешь все, мой дорогой Иисус, Ава Отче. Ава Отче, Дух Святой, Ава Отче, Ава Отче, Ава Отче, слава Тебе, аллилуйя Тебе, хвала Тебе. Я прошу Тебя, Господи, Дух Святой, говори мне и моим друзьям сам. Алвиде гедере фрамен гафтес кабелен тейведе гатвере гендесет. Во имя Иисуса Христа открой нам небо, открой нам разум наш, Господи, видеть Тебя. Видеть Тебя, живого, святого Бога, распятого за нас. Аллилуйя Тебе! Помоги увидеть себя, Ава Отче, живой Бог. Благослови! Благослови во имя Иисуса Христа. Лавады реведы габеды скебелин. Ты знаешь наше состояние. Ты знаешь, как мы иногда унижаем Тебя, Господи. Отвергаемся Тебя. Дети мои, так говорит Господь. Крамау дештейсен. Еще дано время для того, чтобы каждый проверил путь свой и хождение пред лицом моим. Крамайсен готенштегес, албиты грамен готенштег, мир, мир, краменштегес комен. Многие просят, крамена глаудештейсен, а я даю для вас еще время, чтобы проверили пути свои. Исправили то, что нужно исправить. Рамине гестуменштегес. Не в другом ищи, а в себе ищи недостатки.
Так говорит Господь. Рамине гестами наштейсен, ибо будет великая проверка. Рамине гесту минштегес. И кто сегодня не внимает, кто себя не проверяет, упадут и не устанут. Рамине гестами нштегес. Дети мои, дети мои, рамина удештейсен. Время вскоре поменяется, но я хочу, чтобы вы твердо стояли и не колебались. Аминь, аминь. Слава Тебе, дорогой Господь, за милость Твою, за истину Твою. Слава Тебе за все. Благослови нас. Я прошу Тебя, когда пойдем домой, тревожь нас, напоминай нам, Господи, Боже мой, и помоги, Боже, я благодарю Тебя за те моменты, когда сливаюсь в духе с Тобою, когда мы становимся одно. Боже, слава Тебе за эту благодать. Ты знаешь, как нечасто это, но я прошу Тебя, удали из сердца все, удали из церкви нашей все, чтобы мы исполнялись здесь Духом Твоим Святым, чтобы мы здесь радовались, чтобы здесь вера, которая от Тебя творила чудеса. Ава, Отче, Дух Святой, Ты до сих пор можешь исцелять, Ты можешь спасать, Ты любящий, добрый Бог, и пусть Ты будешь в нас, в этом здании, в этой церкви, в этих душах и во мне, Иисус, благослови нас. Пусть мы не выглядим, как мы не знаем Тебя, как мы забыли Тебя. Благослови во имя Иисуса Христа, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Братья и сестры, давайте скажем слава Господу. Слава Богу и за это служение. Мы сегодня были здесь, и я верю, что получали назидание, ибо Дух Святой назидал нас и вразумлял нас, учил, подкреплял, и через пение. Псалмы хорошие были. Стихотворения не было, ну, кратко так брат говорил чуть-чуть. Но Господь призывал нас, и мы слышим, что призыв был такой, что Господь хочет, чтобы мы сердцем веровали к праведности, а устами исповедовали ко спасению. Так говорит Слово Божие. Чтобы поистине жизнь наша была Христос, и чтобы мы пересматривали пути свои, мы только что слышали, и пророчество было в собрании, чтобы мы смотрели за своими путями, как мы живем, что мы делаем. Их можно проверять в свете Писания. Если мы будем обращаться в Слово Божие и молиться Господу, то Слово Божие, оно является светильником для ноги нашей, оно будет нас вразумлять. Если мы будем молиться, то Дух Святой тоже будет нас вразумлять. И не будем оставлять собрания нашего, так Писание говорит. Потому что здесь тоже Дух Святой нас будет и учить, и наставлять, и вразумлять, и утешать. И это вот такие, знаете, и общение. Очень важно общаться друг с другом. С кем ты общаешься, с таким ты и будешь. Поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы это все у нас было. У нас, мы сейчас уже будем заканчивать собрание и совершим еще молитву. У нас есть такие объявления. Я хотел бы напомнить их. На следующее воскресенье у нас будет праздник жатвы. Мы тоже будем благодарить Господа за то, что Он нам дал, что Он нам дает и продолжает давать. Также следующую субботу
будет семинар для служителей и проповедников. Там должны братья высветить. А? Да, должны высветить. То приглашаются братья, вот общение в горнице для служителей и проповедников. Так понимаю, горница – это название? Нет, так назвали. Это так, просто так, дороги название такое. Дороги до Бога будет. Я думаю, что церковь, горница появилась. Да. И, ну, будет общение, будут братья там, и там Хомич должен быть, Сергей, и Олег Бюллер из Сакрамента тоже должны быть братья. То должно хорошее быть общение, там, по-моему, надо что-то заполнить, да? Да, то ты дополнишь. У нас также на этой неделе третье отделение заступает, и будет разбор слова в среду на 7 часов вечера. И также будет пятницу молитва. Пятницу молитва на 6:30. Эту неделю мы тоже молимся и о том, чтобы Евангелие распространялось, чтобы были миссионеры, проповедники. И если они встречают какие-то гонения или трудности, чтобы Бог их хранил в этом труде Божьем. Пожалуйста, братья, у вас какие объявления сделайте. Братья и сестры, если вы помните, где-то, может быть, месяц назад, чуть меньше, у нас было такое предложение, чтобы мы наш церковный транспорт запустили и возить людей, тех, которые не имеют возможности сами прийти и приехать на собрание. У нас есть 3 человека на сегодняшний день, которые изъявили свое желание, чтобы они могли этот воскресный день посвятить этому служению, поэтому на той доске, где раньше записывались для общения семей, там есть такой список. Запишитесь, пожалуйста, те, у кого на самом деле реально нету возможности приехать самим на собрание у вас, или здоровье не позволяет, или у вас транспорта нету, чтобы мы знали, сколько людей, какой ваш там адрес ваш, чтобы мы могли потом составить график и запустить как бы эту систему действия, попробовать, как она в нашей церкви будет работать. Мы никогда раньше этим не пользовались, поэтому мы не знаем, сколько у нас на сегодняшний день конкретно людей, но это такое, чтобы не для тех людей, кому, конечно, лень приехать, то пусть за мной приедут и заберут. Нет, люди посвящают свое время, значит, это будет определенный отрезок времени, когда нужно заехать, людей забрать, потому что в зависимости от адреса, где вы живете, и чтобы мы могли как бы таким образом оказывать помощь тем, кто реально пользуется. Поэтому, пожалуйста, давайте в течение вот там недели-двух запишитесь, мы посмотрим адреса. Я думаю, что через несколько недель попробуем запустить эту нашу программу действий, как она у нас будет работать. Благослови вас, Господь. А немножечко как бы дополнение. Брат Игорь говорил про... Братья, высветите еще раз, пожалуйста. Вот это вот общение, это будет для братьев-проповедников и служителей. Для того, чтобы туда попасть, желательно заполнить форму. Форма находится онлайн. Мы выставим на наш церковный вайбер, так что, братья, вы туда просто кликайте, идете, пишите свою фамилию, минимальные данные и зарегистрироваться для этой конференции. Еще у меня объявление. Знаете, что год подходит к концу потихонечку, и мы традиционно всегда делаем церковный календарь в конце года. То есть в начале для следующего года, 24-го. Этим у нас занимается, как всегда, бессменный Ваня Волков. Но проблема в том, что недостаточно фотографий. Знаете, когда хороший материал, много фотографий, моменты жизни церкви разные, оно интереснее, есть чего выбрать. Поэтому, пожалуйста, я еще об этом напомню на Вайбере, присылайте Ване Волкову фотографии, которые у вас есть. И, возможно, они войдут вот в этот церковный альбом. Еще одно объявление у меня. Знаете, что существует так называемый Международный день недели Библии, Международная неделя Библии. В этом году она начинается с 19 по 25 ноября. Это значит Thanksgiving Week. То есть вот это вот. И по этому поводу возникло такое желание сделать в нашей церкви День Библии. Это будет воскресенье 26-го. То есть в окончании вот этой недели или в начале следующей, получается. 26 ноября у нас будет День Библии. У нас наши более молодые семьи,
такие молодые братья взяли на себя инициативу. Будет очень интересно, будет много информации, будет много духовных таких моментов. Будет интересное служение. Это утро и вечер, 26 числа. И наши организаторы просят, чтобы поддержали в молитве, чтобы Бог это дело благословил. Это будет интересно. Поэтому молитесь, чтобы это дело состоялось. Мы будем еще объявлять об этом позже. Мы сейчас будем молиться. Есть две записочки таких, они одинакового направления. Дорогая Церковь, друзья Христовы, мы, семья Понтия, просим вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, принять нас к вам в члены Церкви. Пусть Господь благословит, семья Понтия. Вот, это Миша, его жена, да. Я бы хотел, чтобы вы вышли сюда, чтобы на вас тоже друзья посмотрели. И тоже подобная записка, только от семьи Андрея Станкевича. Тоже просят рассмотреть этот вопрос о принятии их в члены церкви. Я тоже вас бы просил выйти вместе с нашими друзьями сюда встать. Мы помолимся за вас и благословим. Кто из вашей семьи хочет быть членом церкви? Да, пожалуйста. Ваши старшие сыновья, они отдельно напишут? Понятно, все. Вот это для нас очень важно. Вот. Это ваше общее добровольное желание, так, друзья? Вы все вместе согласны. Вот наши друзья, они желают быть с нами, служить Господу. Благодарим за это Господа, да? И мы сейчас помолимся, пусть их Бог благословит. Братья назначат день, пообщаются с ними, побеседуют, вот, и потом объявят. То поэтому давайте мы вместе встанем, благословим эти семьи и Бога поблагословим. Отец Небесный, мы благословляем Господа, благодарим Тебя за то, что Ты сегодня благословлял всю церковь, всех, кто сегодня пришел на это место. Ты говорил слова жизни, Ты касался нас духом, благодатью, утешал, обличал, уразумлял, Господь. Пусть все это принесет нам и назидание, и утешение. Мы также благодарим Тебя, что наши друзья и семья Станкевич, и семья Панти, они желают вместе с нами служить Господу. Боже, и мы благословляем их именем Господа. Ты усмотри этот вопрос на дальнейшее, Господь дорогой, чтобы все устроилось и все было благополучно. Все в руки Твои доверяем, Господи. Также все те собрания, которые будут, которые намечены на этой неделе. И сегодня вечером то все собрания благослови во имя Господа Иисуса. Благослови народ Божий, который был на этом месте. А мы за все будем благодарить Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим. Благословите Господь.